Друзья, всем привет! И добро пожаловать на канал PS4 Games. И мы с вами продолжаем. И теперь, значит, отправляемся в банк. Вот такой большой банк. Так, ну... Нас пропустят? Да, с 2017-го. Хотя нынешнее здание было построено в 2024-м и с тех пор служит центральным офисом. Ну, шикарный банк. Ты что, мчаешь? Будь здоров! Это охранник. Так, нам значит надо туда пройти, да, без палева. Сможем? Так, камеры тут повсюду. Так, тут нам не пройти. Охранник. Слушаю. Хорошо, теперь нужно разобраться с проблемой. А ты как думаешь, что это... Ну, раз не можем так пройти, будем искать лазейку. Нет, конечно нет. Да, внизу в комнате охраны уже установили новые пароли. Это вниз, да? Отсюда камера, ну понятно, это же банк. Так, нет, здесь мы тоже не пройдем. Как-то надо там пройти. Может, нам туалет найти надо? Через туалет на вентиляцию залезть. Блин, как мышка по вентиляциям ползаем. О, это что такое? Не упадем? Прикольно. Прошу прощения, сэр. VIP-хранилище можно посетить только по записи. Вы не записывались, насколько я знаю. Ты откуда взялся? Нужна запись, чтобы попасть в собственное хранилище. В случае корпоративных хранилищ, да. Это нужно, чтобы доставить ваш контейнер в зону просмотра. Кроме того, потребуется ваша личная карта. Спасибо за информацию. А, извини. Ты подсказал, где вот здесь у вас туалет? Так, там, да, понятно, там были. Так, вот. Там, ну, нам... А с этой стороны есть. Ну, взламывать мы здесь не будем, даже спалить сразу. Там ничего такого нету. Да, батарею надо прокачивать срочно. Беда вообще с ней. У тебя там в стене что-то есть? Нет, никаких проблем. Нету запаса батареи, нету. Да, конечно. Я и свои ценности, и корпоративные. Ну давай зарядись. С самого открытия полиса. И моя уверенность в безопасности только усилилась. Я вроде ну-ка, если попробуем. Поднимем шухер, нет? Да, если... Раз ошибемся, то начнется тревога. Так что нет. Не буду я рисковать. Согласна. Но ведь вон там вроде был туалет, что ли. Может, через него получится там пролезть. Так. Что здесь? Кто здесь? Опа. Это уже интересно. Подвинься. Сюда. Все. Запрещенная зона, да? Сейчас мы тут похулиганим. Вот еще лазейка куда-то есть. Тут у нас коробки всякие. Там что у нас? Сейчас здесь посмотрим все. Там чего бродит ходит? Не, ну ломать мы тут не будем. Зачем нам там нужно-то? Так, нам как-то там проникнуть. Если мы там проползем, кругаля сделаем, если. Либо он, например, понизу. О, напряжение тут. Нет? Фу, блин.
А, нам сначала включить надо, да? Например, вот это вот. Или это лифт? Это лифт. А вот. Так, он спускаться не будет? Нет? Ну, так мы почти на миссии, это что-то будет там. 35 метров, блин. Вот мы не можем открыть. Я думаю, если электричество вырубим, то... Что это сделал? Ты запрыгни. Что, не можешь запрыгнуть? А как он отсюда выбрать? Это вот. Пробую. Пощупай, что это. Ну. Так, а... Давай дальше ты. Поползем. А мы тут лазим, бродим, ходим. Чей-то кабинет. Есть то? Сейчас мы тут взломаем. А, он открытый. Здравствуйте, господин. Отлично, сейчас мы здесь техником представимся, да? Или я спешу? Ну-ка. Опа, отлично. Про канал. Чего? Подождите, сюда иду, что ли? Точно. Тихо, быстрее закрывай. Закрывай. Неужели не про канал? Блин, точно идет. Опа. Ты же не зайдешь? Ставы стоит. Чудо. Да, все, возвращаемся, значит. И попробуем пройти, значит, как техник. Интересно, какой ведет проход. Тупик. Попробуем. Прошу прощения, дальше только для сотрудников. Че, не про канал, что ли?
Верхний этаж служебный, сэр, только для сотрудников. А пропусти, мы сотрудники. Верхний этаж служебный, сэр, только для сотрудников. Эй. С этим пообщаться. Здравствуйте, сэр. Добро пожаловать. Чем я могу помочь? Даже не знаю. Я впервые в банке собственности. Понимаю. Что ж, в области корпоративного хранения мы ведущая мировая компания. Среди наших услуг максимально безопасные корпоративные хранилища и административные сейфы для небольших счетов. Эксклюзивность, анонимность и безопасность – наши главные ценности и отличительные черты. Понятно, что прежде всего ваших клиентов интересует безопасность. Да, в Palisade все по высшему разряду. Система безопасности проходит регулярный аудит. Tarvos – весьма уважаемая частная охранная компания. Вы хотите узнать что-то еще? Значит, это рай для данных. Мы не используем этот термин, но в целом, да. Мы храним весьма ценные данные, документы, принадлежащие наиболее влиятельным компаниям и частным лицам. Наши клиенты могут не бояться промышленного шпионажа. И повесток от властей. Иностранные клиенты часто не соглашаются с мнением властей собственной страны насчет, скажем так, ограничения корпоративных прав. И они стараются использовать плюсы местного законодательства? Да, можно сформулировать и так. Но есть и менее циничный взгляд. Я предпочитаю думать, что наши клиенты не обязаны иметь дело с узколобой антикапиталистической бюрократией, если этого можно избежать. Так, понятно. Не будем болтать-то. Спасибо за информацию. Так, думаю, если у нас здесь не получилось, то либо попробовать еще раз залезть, либо снизу попробовать. Давайте посмотрим внизу там все. Может, там точно где-нибудь тоже лазейки есть. Так, а мы тебе сейчас не сможем? Прошу прощения, сэр. Доступ к этому лифту ограничен. Необходимо предварительное занятие. Так, тут. Простите, сэр, это закрытая зона. Охрана тут, понятно. Так, внизу, походу, ловить нечего. А, нет, здесь можно. Так, это вот лифт. Где мы там ползали, да? Так, и сейчас лифт внизу. Нам надо, по-моему, внизу был. Теперь можно в шахту залезть, да, значит? Ну, явно там через эту шахту что-то надо сделать. Вентиляцию. Ладно. Попробуем. Еще один лифт. А, то же самое есть. Так. Там он ходит, блин. Он стоит, палит. Вот, сначала пробуем разобраться с этим лифтом. Так, вот он внизу. Это все не работает так много. Я спрятался.
И что нам это дало? Да ничего. Блин, как-то вырубить рубильник бы найти, чтобы проползти туда. И как раз мы приползем или нет? О, шахты. Там выше есть. А вот как-то выше забраться-то? Если лифт на второй этаж поднять. А как на третий поднять потом? Тихо-то. Где же турбинник находится, а? Это что такое? Отпустите! Как бы выше нам забраться бы еще. Как-то лифт можно вызвать. Ну вот, блин. С этой стороны никак не вызвать его нельзя, да? Можем пообщаться еще с ним. Вот. Разработка на дому. Но это не пойдет как компромат. Походу нет. Пусто. Опа. Что я сделал? Три соли. Где-то там нажал. А что это было? Генератора? Ну и что-то нам дало. Еще выше залезть бы. Так, я думаю, нам что-то с лифтом надо сделать. Так, ну-ка, давайте тут выберемся. Вадам, Вася. Там, где... мы залезли, можно вызвать лифт. Потому что здесь три этажа. Внизу мы были на втором, были, вот на третьем лестницы не было.
либо лифт поднять на второй, потом залезть и там открыть, либо попробовать в лифт зайти и вызвать третий этаж. Давайте проверим. Если не получится, значит поднимем его. Так, каким мы там завозим? А вот. Вот он, лифт. Так, конечно, тут жевать она мне бы... Так, где там? Звон. Так, вот звон, захват. Укрепление и скрытность. Блин. Вообще не прокачано. Вон, захват бы нам прокачать. Ладно. Потом наработаем. Так, ага. Опасная зонка, можно подняться на... В офисы замок. Ну-ка. Ключ-карта нужна, значит. Вот будем попадать, а? Так, ключ-карта, а там... Так. Где наша карта? Так, 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 так. Уровень 8. 9. Фига, тут уровень сколько? Ну, да, здание-то высокое. Так, мы где там лазили? Там была комнатушка, кабинет вот здесь, вот. Может, здесь ключ есть? Так, ну-ка, развернись-ка. Сейчас он развернется, попробую там. Он что-то валяется, лежит. Или может у него ключ взять? Оглушить его. Ну ты что, не будешь разворачиваться, что ли? Поковыряйся там в компьютере, там, поиграй в что-нибудь. Ты что, серьезно, что ли? Ты что, завис, что ли? А если я запрыгну, спрячусь, у меня спалит, не спалит? Тихо, лукаешь что-то. Блин, как стал-то он, а? Я думаю, его вырубите. Падло мешает. Здесь нам прошмонать все. Надо это проверить. Да-да, иди проверь. Вырубай! Ну-ка. Так. Кредиты, секретарь. Короче, все, забираем. Так, тебе надо тащить сюда, спрятать. Все лежит. Да бросить все. Как его выбросить? Так, теперь... Упс, кто-то наступает. Можно закрыть как-то окна? Мы будем пристально следить за развитием событий вокруг акта ООН. В прямом эфире Элиза Касан. Блин, у нас там инвентарь полон. Понабрали всего. Напьемся. О, как нам хорошо-то стало. Блин, злом-то у нас непрокачанность. Если поднимем тревогу, то они прибегут сюда все. Патроны. Шоковый пистолет. Но здесь хочу быстро посмотреть. О, что там взяли. Ну-ка. Вот, карманные. Секретарь.
узел, безопасность второго этажа. Ага. Так, это улика, снимок. Это у нас что такое? Сканирование. Угу. Ну ладно. Что-то еще есть? А, нет, все, больше ничего нет. Так, ага. Стоп, червь. А, для взлома. Ага. Ну, нам прокачать надо зум, конечно. Так, бомба тоже. Расшифровка бортовых самописцев показывает, что виновник трагедии мог страдать от галлюцинации после инцидента. Ужасного события. Ну, так я могу отсюда выйти, что ли? Аугментированные по всему миру пали необъяснимую. Так, стоп, выйти. Сначала тут надо все посмотреть. Сигнализация нет. Ну-ка. Но лично меня до сих пор. О, отлично, все, закрыли мы. Так, какой уровень? Второй. Блин, не прокачал ничего. То есть надо обязательно взлом прокачать. Так, детали для сборки забираем. Принтеры. Ну, открой же этот ключ. Так, а где же эту ключ-то взять? Карту. У этого бедолаги нету. Все, что было, забрали. Коробки всякие. Тут тоже мы повазили уже. Тут тоже. Взломать мы не можем. Приплыли, блин. Нормально. Да, лестницы тут нету на третий этаж. Пройти мы здесь не можем, значит, надо как-то с лифтом точно делать что-то. А где пропуск там взять. Пустите нас наверх. Так, вниз, вниз, вниз. Здесь пролезть нельзя, да? Что здесь? Только в шахте лифта можно. О. А если мы тут взломаем что-нибудь? Блин. Хотя можем пробовать. Хотя зонт у нас вообще не прокачанный. Так. Сюда. Здесь кипиш. Так вот, если быстренько действовать, иначе как? Иначе никак, ладно. Пробуем, если что, в лифт и наверх. Быстрее. Давай, давай, давай. О, найс. Отлично. 7-7-8. Так, окна закрыты. Дверь закрой. А где дверь? А, вот она. Так, давайте шмон видим здесь. Вот что-то лежит. Маленькая книга. Не нужна нам книга. Нам... ключ нужен. Во, нашли, отлично. Ха-ха, здорово. Так, секретарь опять. Можно почитать, а можно и нет. Так, быстренько посмотрим, что там. Так.
Ага. Да, офис закрыт. Все. Что нам нужно было, мы взяли. Думаю, сейчас проканает. Так. А, сначала вот так вот. Сюда. О, найс. И на третий этаж поехали. О, запретная зона тут. Серьезно? А, вот мы и на месте. О, шафталь. Ну-ка. Ну-ка, подвиньтесь. Так, здесь у нас будет место отступления, если нас палят. Так, здесь можно залезть выше. Здесь туда можно залезть. А там кто-то ходит, да? О. Сервера там, да? Ну, нам явно не сюда. Нам показывать туда. И там парочка тёвечков стоит, да? Охрана. Ну-ка, запрыгни. Ну ладно, прыгай. Ты что, серьезно, не можешь запрыгнуть, что ли? О. Так, просто посмотрю, куда эта шахта ведет. А, вот мы наверху. Ну, там мы внизу были. Теперь мы здесь наверху. Все отлично. Так, здесь куда ведет? Так, здесь у нас тупик. Здесь у нас тоже тупик. Ладно, будем знать. Иди сюда. Куда не пойдешь. Так, там парочка, да, значит. Давай. Так, нам выше, что ли, да? Тихо. Лестница. Ага. Там есть кто? Опа, камера. Перехожу на новый участок. Подтвердите. Ну да, камера, во. Стрим, 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 Адам, Адам, Адам. Красавчик. Так, стоп. Нам. Опа, сюда что ли? Серьезно, взлом опять? Блин, если мы тревогу поднимем, у нас взлом-то не прокачанный. Нам же тут же поболь будет. Выбора нету. Доступно, да, взламывать надо. Мы же нас, мы станем, она не спалит, потому что у нас камера. Хотя безопасность первого уровня, так что может. О, а сколько у вас тут много-то? Чисто. Подтвердите. Тихо. Проверим. Вы все не поднимаете же? Ну, внизу. Блин, первый уровень, но все равно злом можно прокачать у нас. Честно, не появилось там. Хотя, ну вряд ли у нас там что появилось. Да, по нулям все. Выбора нету, будем взламывать. Если ошибемся, то сдохнем и заново потом будем. Так, значит. Система в порядке. Подтвердите. Подтверждаю. Думаю, вот сюда. Хоп-хоп-хоп, быстро здесь и все. Шуры-муры. Если пойдем сюда. Хотя явно тут будет безопаснее. Но здесь будет палево, но здесь быстрее можно все сделать. Ладно, на ошибке с чем учиться. Ну, понеслась. Быстрее, быстрее. Быстрее. Давай, давай, давай. Найс. Ха-ха. Отлично. Фу, ну ладно, нас поизволили. Тихо, тихо, тут никого нету. Вроде по карте никого не видать. Так, дверь закрой. Тут. Дверь, блин. Не надо мне сигнализацию поднимать. Серьезно, что дверь нет, не закрывается? Так, ну они вроде не поднимаются, так что. Ашани. О, Масаки нам нужна же, да? В России взломанные и беспилотники атаковали Петербург. Да. Миллионы рабочих потеряли работу. Че тут у нас? Ну, мы это только недавно выпили, ладно, можно забрать. Так, газета.
Между нами говоря, так, опять взлома. Какой тут уровень? Первый. Ну, не знаю, рисковать, не рисковать. Блин. Что здесь у нас получается? Так, здесь тупик. Либо справа, либо слева. Где-то здесь у нас есть червячок. Ладно, пока не будем трогать. Так, осмотрюсь. Эти братки там внизу ходят. Так, а здесь какой уровень? Тоже первый. Система в порядке. Подтвердите. Принято на позицию. Третий. Так. Чьи-то чемоданы у вас собирались. А чего здесь? Вкусняшек нету никаких, что ли? Что-то у вас тут уж монну тут навел. Кто шарился? Противники акта устраивают протесты по всему миру и часто прибегают. Серьезно, что ли? Пока что их риторика и насильственные действия. Где-то нам нужны. Так, а по карте здесь какая-то дверь, что ли? Ну да, там что-то есть. А, во. Головоломка? Ага. Головоломка. А, это что, типа... Головоломка, что дверь открыть эту? И надо сделать, типа, чтоб... Все фонарики загорелись. Так, поднять, удерживаешь. А, поворот можно делать. Во как. Ну, ладненько, сейчас разберемся. Так, так. Так, нет. Так. Так, тоже. Ладно, поворачивай. Так вот. Да. С вами Элиза Казан, в прямом эфире. На... Так, я думал вот так 3, 2 и 1 сделать. Вот так, 3. Здесь 2. И 1. Блин, они все упали. Ну-ка, вот так. Там, наоборот. Так, нет. 2. Вот, почти. Да, здесь, значит, нам туда. Так. Сюда так. Значит, делаем так вот. Здесь так. Ну, опускай. Давай. Ну, почти. Значит, так делаем. Блин, та опускается и уже не поднимается. Защищать права аугментированных. ООН приступает к обсуждению акта о восстановлении человечества. Подтвердите. Может, теперь доктор Медведев. Скоро мы с вами все узнаем. С вами Элиза Казан. В прямом эфире на Big News. Big News. Мировой лидер честных, полных и прекрасных новостей. Блин, это поднимается. Мы освещаем события со всеми. Ну, табу еще шевелился, нельзя менять, да? Нет, менять нельзя, только крутить можно. Так, все, открыл. Здесь, да, комнатушка. Давайте осмотримся. Так, вентиляция. Тайник. Опа, сейф. Ладно, сейф подождет. Книга опять. Ладно. Не скоро мы
О, отлично. Лиза Казан в прямом эфире на Пик Ньюс. Чего? Вау. Анонимность, безопасность – это главные ценности. Прикольно. Цифрового века. Забираем. Наибольшее внимание в банке собственности. Так, а там кода не то от сейфа. Каша. Нет, не видать. Информация, хранящаяся в стенах банка Мэдисон, находится вне. Так, здесь ничего сделать нельзя. И вы можете быть уверены в своей полной анализе. Значит, нам нужен сейф. Это лучшая корпоративная. О, дверь закрылась. Ну, ладно. Какой уровень? Первый. Фу, нормально. Так, тут он, да? А, фиг. Ну ладно, по махам хоп-хоп сюда, потом хоп. Не, вот так, хоп сюда, потом хоп сюда и туда. Ну ладно, понеслась. Стрижи. Доктор, разрешу. Открытие. Досье на рейс изучить. Опа. А вот и сенсация, которая им походу подойдет. Черный ящик там. Так, ну-ка листай. Поверни. Ага. Общественность должна узнать, да? Ну, теперь она все узнает. Не распространяйте. Отлично, нашли, что искали. Так, добро забираем. Призрак. Получили приз. Так, теперь отсюда нам свалить надо. А свалить можно через канал. Канализация. Вентиляция. Опа, упал куда-то. Ага. И где это мы? О, лифт. Фиг знает, можем мы вызвать его? О, не буду рисковать. Если лестница куда-то ведет. Можно тем путем, которым мы пришли, идти. Без всяких рисков. Так. Ладно, давай, Адам. Прыжок. За вас. Посмотрим, что здесь. Здесь тупик. Выноси. Арестовали Петербург. В США миллионы рабочих это потеряли работу, когда коллектив опубликовал секретные корпоративные документы, из-за чего сразу несколько компаний обанкротились. Там мы где? Между нами говоря, коллектив является. А. Это я вернулся в кабинет. Он там, да. Камера опять. Ну, можно также пробежать, когда он там смотрит. Так, хоп, хоп, быстрее, 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 быстрее. Отлично. Так, тут браток стоит. Сюда смотрит. Ладно, подождем, когда уйдет. И потом быстро в лифт забегаем, и все. Так, ты уходишь, нет? Что там делаешь-то? Иди кофе налить там. О, повернулся. Чисто. Пошел, пошел. Подтвердите. Подтверждаю. Все, уходит. Отлично, отлично. Лифт, лифт. Вот он, лифт. Быстрее вызывай. Заходим. Так, и нам на второй этаж, пожалуйста. Все, отлично. Все. Теперь можно свободно
Бакенбанг. Да, нашли сенсацию. Сэр. Да, да, счастливо оставаться. Ох, свобода. Так. Я еще не выполнила план по штрафам. Фига себе деревце. Где же такой куб? Так, 200 метров. Далековато находится. Убежали-то куда? Вот, катится в ад. Мне не нравится быть так. Боюсь того, что... Если она с тобой связана. Лёп. Отлично. Во, мусорово стоит. Так, я пробежал. Так, куда побежим? К магазину? Да, вот он магазин. Отдадим, и они от нас отстанут. И все будет в плюсе. Так. Тогда, друзья, мы здесь остановимся. А продолжим в следующей серии. Так что подписывайтесь на наш канал PH3Games. Ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока.